Всем привет, мы находимся на Интернешнале. Со мной здесь Паша и Рамзес. Как у вас дела, парни? Все окей, спасибо. Итак, поговорим о моменте зарождения вашего ростера. Как у вас происходил процесс становления команды, нахождения взаимопонимания и прочих вещей? Были ли вы на одной волне? Ну, это было нетрудно, потому что мы все встретились на буткемпе и сразу же поняли, что мы, в принципе, можем легко друг с другом общаться в реальной жизни. И после этого никаких проблем, чтобы перенести это все на доту, у нас не было. Вот и все. Перед Интернешналом вы выиграли саммит. Стали ли вы более уверенными при подготовке к инту? Ну, типа, перед интом, когда мы... Ничего, на самом деле. Просто выиграли турнир, никак не готовились к нему. Было приятно. Да мы просто выиграли турнир, просто выиграли саммит, к которому мы, в принципе, не очень готовились. Поэтому для нас это скорее были просто приятные ощущения от победы. Испытываете ли вы волнение, находясь на этом турнире? Или все-таки есть чувство уверенности в себе, в своих силах? Я думаю, что мы все-таки немножечко нервничаем, потому что для большинства из нас это действительно в первый раз. Рамзес вообще никогда не играл на Интернешнале. Я там пытался играть Wildcard, но на самом TI мы никогда не были. Поэтому, конечно, немного нервничаем. Вы работаете с тренером Артстайлом, уже не первый турнир. Как вы можете оценить его помощь и вклад в подготовку к такому серьезному турниру? Ваня очень помогает психологически. В плане морали Ваня очень помогает. Потом в плане игры нам дает стратегии, как в Нави у него были, с Ченом. Ну и, наверное, все в плане игровом и моральном, вот. Артстайл помогает нам морально и стратегически. Он дает нам своего Чена, и мы в порядке. Бывают ли у вас, ребята, какие-то внутренние проблемы в команде, и как вы с ними справляетесь, когда они всплывают? Возможно, да, у нас бывают проблемы, трудности на TI, на играх здесь, но мы просто пытаемся показать все лучшее, на что мы способны. Но мы команда, мы действительно хорошая команда, и я думаю, что мы здесь можем все. Virtus.pro снова подписали вас, ребята, и довольно долгое время. Если у вас настолько хорошее взаимопонимание, то планируете вы играть друг с другом вместе долго? Готовы ли вы создать эту династию Virtus.pro? Ну, мы команда, мы друзья, все в не в неигровом плане. В игре мы просто как союзники, так сказать. Так что я думаю, у нас все хорошо, если мы прям совсем сильно не это... неплохо выступим и продолжим играть дальше. Я могу перевести это, если хочешь. Извини, я просто немножко потерялся. Он сказал просто, что в жизни мы хорошие друзья. Нам очень комфортно друг с другом. И в жизни, и в доте. Мы, в принципе, классные парни. И я думаю, что... Что-то как закончил мысль? А, забейте. Мы в порядке. И мой последний вопрос будет о мажорах и минорах. Вы уже задумывались о том, что вас ждет в новом сезоне? Не думаете ли вы, что будет слишком много турниров? Я понял только одну вещь. Меня не будет дома. Потому что это просто невозможно. Турнир. Свободного времени не будет. Сильно ли на тебя давит отсутствие дома? Что ты постоянно путешествуешь и не бываешь просто с семьей? Да, конечно, ведь иногда я просто хочу немножечко отдохнуть. Забыть, может быть, на пару дней вообще о доте и обо всем этом. Иногда мне это нужно. Я не знаю про Романа или про кого-то еще, но мне нужно. Что делать? Будешь ли ты на Major Minor и каждый турнир играть? 22 турнира? Конечно, конечно, будем. Скажи, типа, тебя не ломает, когда... Ну, типа, мы же наш год вообще не будем, у нас турниры подряд, тебя по дому ломать не будет? Нет, нет. Для Рамзеса вся эта история с турнирами — это нормально. Ему домой не надо. Он в порядке. Хорошо, спасибо за интервью. Есть ли у вас какие-то последние слова? Кого-то поблагодарить? Да, мы хотим сказать спасибо всем ребятам, которые смотрят все наши игры, кто болеет за нас. Это все очень важно. Спасибо вам за вашу поддержку. Thanks Virtus.pro, G2A, Twitch, Adrenaline Rush.
Привет. Next.